Во время чемпионата мира по футболу Казань наводнили толпы футбольных болельщиков из разных стран мира. По сути, весь центр города и пешеходные дороги до Казани-арены, фан-зоны у чаши стали похожи на огромную площадку для шумного карнавала. На территории фан-зоны расположены удобные места для просмотра трансляции, обустроены игровые концертные площадки для жителей и гостей города. Вчера на фан-фест у чаши собрались футбольные фанаты из разных стран, чтобы наблюдать за матчем Испании-Иран. Среди них гости из Сербии, Венесуэлы, Колумбии, Испании и Ирана. Они рассказали нам о своих впечатлениях о Казани. It's amazing. I have a great experience. First time in Russia. People are super nice. Everybody's friendly. My first World Cup. But Russia in general is doing an amazing job, great job for organizing this. It's beautiful. There's a lot of churches, different religions. It's a beautiful city. The people are genuine, are generous. People love people. People are welcoming. I love everything about it. То, что Казань прекрасно подготовилась к Мундиалю, отмечают все иностранные болельщики, с кем довелось пообщаться в эти дни. Многие из них обещают еще не раз вернуться в эти места, чтобы глубже изучить историю и архитектуру нашего города. Анна Глазунова, Ульсина Ахатова, Универньюз.